Всем привет! У нас завтрак такой. Вчерашняя картошка. Смотрится непрезентабельно. Картошка с грибами. Но вкусная. Вчера не осилили ее. Осталось. Вот такие вот коральки напекла. Нажарила, вернее. Салат свеженький сделала. Огурцы, помидоры, лук, сметана. И кофе. К нам приехал. Тимофей Владимирович, дорогой. Ой. Видишь, вот эту вот я постелила. А как? Вот, пожалуйста, можно ходить. Да, только вот смотри, тут, ну, в принципе, тут мало нападало, можно ходить. Прямо вот по этой тюльке красивой. И собирать. Смотри, какая она. Это такой тюлечки, мама. Да. Ну, они короткие, потому что. А можно на дерево это залезать? Угу. Смотрите, вот есть просто красное, а есть прям темно-бордовое. Вот, да. Например. Вот ты собирай темно-бордовое. Вот смотри опять. Она красная очень вкусная, Маша. И темно-бордовое. Ты должен темно-бордовую собирать. Можешь сразу в рот ложить. Кстати. И не упади, главное. Вот здесь она... Нет, пусть упадет один раз. Я же постелила там. Там мяконько будет. Даже. Есть прям совсем такая... О, это я не знаю. Это они ветки, видимо, поддевали как-то, чтобы они... Давай берем. Я тоже думаю. А то что-нибудь оставишь на ней. Хозяйство свое важное. Вот самую темную. Темную собирай, не просто красную, а прям темно-бордовую. Срывай. Так, вот. В рот скорей. И на тюль можно наступать, по ней можно ходить. Только плевать надо переобуться. Тут, да? А? Косточку тут можно плевать? Плевать? О! Ты уже на рабочем месте. Надо ему дать все тут. Папа, смотри, какие. Я не могу достать. О. Ну, отличные. Вот это я сейчас вижу, тебе ведерко дам. Уже, да? Да подожди, веревочки. Их надо накормить почала. На шею. И можешь собирать. Да, дед, кстати, можно, ведерко на шею придумал. Можно. Классно. М-м-м. Понравилось? Обалденная. Нет. Да? Это Тима, вкусно. У деда есть фотография, надо ее найти, где он в таком точно же возрасте, же. В таком же возрасте на черешне О-о-о. Жрет черешню. Да. Да. Блаженство. Все расхапал. Вот и Поля пришла. Красная, а есть вот такая темненькая. Я хочу кость. Вот ты в рот ложи. Подожди. Нет, не надо ковырять. Нет, она уже созрела, вот ребята. Созрела, все ее уже собирать. Оп, и выплюнула косточку. Не надо пальцы. Ты понимаешь, убирай. Как опасно со мной связываться? Червяков. Нету. На. Точно? Маш. Кажется, знаешь, совсем недавно я учила вас выплевывать косточки, да? Правильно кушать. Кириллку вообще, кажется, это буквально 3 дня назад учила, а уже Польку учим. Да? Ну как получается, ну-ка. Поля? Отделилась? Нет еще? Руками не надо, просто вот так вот сплюнешь и все. Трудная наука. Не вообще. О, ну Поля, она как-то сложновато дается. Уже натоптали. Ну а что теперь? Вот, да, будет так. Правой руки обязательно схватись. Нельзя взять. Вот что ты я захватился. Классно, да? Там наверху-то еще больше. Вон, смотри, какие гроздья. Тимофей. Кстати, у нас, как всегда, после ночной смены. Не утрудился, да? Молодец! Ветки не сломай! А хрупкие ветки вообще? Нет. Ну, надо на твой. Его вес точно выдержит. Ну как, Вова? Самый смак, да? Вообще классно. Что, ты там, да, останешься? Да. Все, выходной берешь? Да. Достали. Оль, что случилось? Все вроде работает. Ты нашла свою кису? Что-то не поворачивает. Да? Она тебе ждала на диване. Целую неделю, да? Соскучилась. Мать, шей еще таких целую семейку. Надо. Она не забудь таких махровых. Она тебе рассказала, чем она тут занималась? Она увидела кошечку. А, ты по шипе соскучилась. Да. Думаю, она даже плачет. Она тебе что рассказала? Ее тут обижали, нет? Мы ее кормили даже. Нет, если только Муську ее могла обидеть. Но Муська у нас добрая, да? Я ее сохранила тебе. Мама мне дала твою ложку. Угу. Алена. Бабуя. А? А у меня красивые серьезки. У тебя-то, ну-ка, очень красиво. У тебя уши не болят? И-и. Ты плакала, когда тебе... И-и.
А я бы заплакала, наверное. Там что-то есть. Что-то я приготовила, да. Это будет к Новому году у нас с тобой игрушка. Она будет как елочка, там тоже всякие лампочки будут. Он подольше, этот проект посложнее. Видишь, там даже провода какие-то есть. Разберемся. Не успел приехать, сразу пойдем паять. Я ему говорю, иди трубу чистить, он говорит, паять. Да не, пойдем сейчас трубу чистить, конечно. Ты не доставай. А ты будешь помогать деду трубу чистить? Да? Ну все, ладно. В общем, я тебя в трубу запущу, Света. Точно. Ты там все почистишь. Все сажу. Снизу выпрыгнешь. Дед там отверстие сделает. Будешь трубочистом. Хорошо, когда помощники есть. Дед вчера уперся, один говорит, не буду чистить трубу. А сейчас он говорит, Тимку возьмет, закинет в трубу. Тимка там покрутится в трубе, вся сажа упадет. Дед, а что, на нее надо залезть, что ли, на крышу? Я думала, ты с той стороны чистишь. С обратной. Тима, страшно? Что ты убегаешь сразу? Давай, давай, иди, помогай деду. Давай Вову загоним на трубу. Зачем? На крышу. Ты сам пойдешь? А ты проломишь крышу, телепузик. Мы уже лазили вдвоем. С кем? С этим, с Сергеем. А, да? А, Тима, я с тобой полезу тоже. Нет. Давай. Вот кто телепузик-то. Бегемот на лестнице. Не страшно тебе? Страшно. Страшно? Не, не страшно. Она же не покатая крыша. Это вот на дом попробуй залезть на крышу. Там страшно. А здесь плоская крыша. Главное, никогда на крыше не было. Ты ж всегда бывает что-то в первый раз, да? А. Ты самое главное на край не ходи, Тим. На край крыши. А то голова закружится вдруг, откуда ни возьмись. Вот, и будете с дедом трубу чистить, да? Классно? Сейчас Ксюшка увидит, скажет, я тоже хочу. О, хоть я залезу. Вот тут надо закаты снимать, да? Красивые. Да. А то мне не видно из огорода. Вон дед идет. Сейчас он тебе палку даст, чистилку. Ой, я буду слазить. А ты сиди, деду помогай, ладно? А то сейчас... 2 недели отмывала ногти. Я знаю, до сих пор, мои не отмываются. Чернота, да. Прям. Да, да. Вот, был дождь, когда дня 3, наверное. Я стирала в рукопашную, тогда очистилась. Поль, надо сапожки снять уже. Почему? Я ей сказала быть. А что? Да ну, не надо в резиновых. Пусть это. Что у нее? Сталцы же есть. Оп. Тима! Лезь, Ксюш. Тебя точно можно в трубу затолкать. Не надо. Почему? Ксюша, упадем. Нет. На край просто не иди, и все. На крышу. Потом только если снимать хочу. Их надо будет помогать. Ага. Ксюше, надо на гвоздь. Я тоже хочу. Залезай. Тут главное поправили. Ходи. Мам, я тоже хочу. Нет. Ксюш, ты, однако, испугалась. На тебя это не похоже. Не может быть, Ксюш. Ты потеряешь много счастья, Ксень. Честное да слово. Да поднимись. Прям переосиль себя. Конечно. Нет? Вон, Поля сейчас залезет. Снимать. А мы поможем. Я залезу и помогу. Да. Что, дед, тебя подбирать? Так, меня спускаешься? Принимайте. Принимать? Эть? О, смотри, Ксюша, как из облака лучи выглядывают. Ксюша, скорее на облако. Правда, как солнце выглядывает. Прямо так, как лучики. Какое оно красивое, да? Да. Насквозь там освещает. Смелая! Давай, смелая. Смелая. А ты подожди, сейчас Ксюша залезет, потом ты, а то она тебе в глаза сейчас. Пяткой. Я посмотри, что... Страшно, Ксения! Ксения, очень страшно! Что же делать? Ни туда, ни сюда. Нет, иди, иди, поднимайся, поднимайся, Ксюш. Ксюш, да поднимайся. 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 Там вот сейчас ты залезешь туда, тебе будет не страшно. Честное слово. Подожди, подожди. Мы же тебе помогать будем. Давай. Да ты не спускайся, тут поле. Тут поле. Давай, давай. Можешь, вот сейчас заглянешь, и тебе там понравится. Там площадка прям такая, по которой гулять можно. Иди.
Первый раз Ксюшка, да? Да? Испугалась. Думаю, да что ж такое? Что там? Нет, тут плохо. Попал в какую-то. Да ты ногой ксешь каждый раз. Я думала, как нет. По лицу. Аккуратно надо спускаться. Надо какой-то спускайся. Какой-то деда, Ксения что-то это, трусиха сегодня. Трусиха? Сейчас дед тебя подгонит. Пиндели налажь снизу. Все-все, поднимайся, ты сейчас увидишь Тиму. Чё, опустила? Угрюмая. Обиделась? Да подожди, еще рано обидеться. Так, Полина, подожди. Скорее, Ксюша, скорее, дед уже лезет. Скорей, скорее, Ксюша, лезь. Так. Я тебя же держать буду. Подожди, подожди, пока. Вон Тима стоит же. Правда, напудил штаны, но наступаешь вот так тебе. Надо! Девочки, слезайте! Что, все, Полина, выпускайте обратно? Да, Полиша, пойдем. Погодите, контухой. Так, где гонит? Давай, пойдем. Семейка трубочистов. Ну как, очень просто. Опа! Хорошо, я либо Буля. Так, что сделать? Ты залезешь? Я залезу, тебе скажу, что этот совочек выйдет. А можно я? Можно, ты. Тима, давай. У тебя получится? Так. Ой, ровно. Угу. Как тут много попасть. Готов? Да. Выдергивай, сразу отпрыгивай. Молодец. Прыгивай, отпрыгивай. Сейчас дед будешь, видишь, как знаешь, орудить трубу. О, насквозь палка. Как воняет, да, сажа это? Как копченой колбасой. Как копченой колбасой, да. Вкусно очень. Нескончаемая, да, клубника? Клубника. А? Это темная. Нескончаемая, говорю, это клубника. Темная. Ой, это тебе нужные же? Нет. Не нужны? Нет. Это темная. Темная, темная. Кто тут песни поет? Вот они, вот они. Да? Но у меня есть что, резиновые перчатки, они вообще неудобные. Ну как, Ксюш, вкусно? Самые спелые наверху. Ну, пусть поедят. Тьфу тебя! Научилась ты косточки выплевывать? Все? Молодец. Ну, Мишенька. Так, что, пришла? Прикрыла веточками посадки баклажан свежих, веточки от яблоньки. И хочу вам показать помидоры. Вот они, помидорки. Сегодня одна медведка их не тронула. Все хорошо. Ты не упадешь? Мне плохо. А это темная? Очень темная. А у папы получается? Угу. Не получается? Папа, ты там, получается, наверное, только ешь, да? Да. Молодец, наедайся. Толще будешь. Темная? Темная очень. Слышь, как птица кричит, поет. Вот это вертолет летит. Я пойду баню растапливать. Опа. Да. Да я. Мама, стой, стой. Давай мне. Кидай, деду, скорей. Не получилось. Скорей. Молодец. Не, давай, не. Кидай. Все. Все, она забрала.
Она хочет сама с собой играть. А что ты его не перешли? А тут одна ветка всего, поэтому... Видишь, жена на тебя даже не нападает теперь, да? Как привязанная. Да. Беги сюда. Отдай. 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 Отдай, Муся. Отдай, говорю. Отдай. Дай. Все, да, кидай скорей. У меня нету. Кидай! Дед, топор кидай! Кого? О, банька топится, весело. Даже из двери дым не идет ни разу. Все, подожди, сейчас открою дверь. Нет, 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 все теперь. О, отлично. Ну, как хорошо топится, весело. Весело, весело. На, держи. А вот. Ой! Ты, апорт! Апорт! Кидай маме! Дай, дай. Кидай маме! Апорт! Апорт! Дай. Хорошо. Дай. Дай. Молодец. Хорошо. Ты я. Апорт. Ты я. Не видит. Нет, иди вон там бери. У меня нет. Ты я. Она встала уже. Апорт. Хоп. Хоп, 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 хоп. Все, правда, встала. Молодец, Поля. Успела. Молодец. Хорошо. Дай. В смысле обхватим? Внутри. Стволы надо стянуть. Три ствола, их надо стянуть. Вот их три, да. Даже четыре. Ну, в общем, все, что тут растет. Нет, нет, Саш, еще. К себе бери. Вот так. Не, вот так. О! Слушай, а вот это тоже надо. Или потом отдельной проволочкой, да, наверное, привязать? Говорил, давай вокруг прям обхватим. А вокруг не надо, оно тогда стянет ветки все. Так, вот, ты буквы знаешь хотя бы одну? Ага. Ну-ка, давай, вот какие, ну-ка, вот тут, давай, какие буквы ты знаешь? Ну, нарисовано по-дурацки. Ну, нарисовано плохо. Это какая буква? О. Молодец, а еще какую знаешь? Нет, не а цифры знаешь? Я вот не знаю. Пять, шесть, три. Молодец. Так, ну-ка, а вот тут, может быть, буквы хорошие есть. Вдруг... Ой, даже я не вижу их. Ой, совсем. А вот тут буквы. Вот это какая буква? Вот. А. Нет, вот это, вот а это, зеленая. Молодец, да. Кушать. Он просто не знал, как тебя домой загнать. Поэтому тебя кушать позвал. Я тебе могу чаем напоить. Хочешь? Очень. Ну все, пойдем. Ой, целое ведро набрал. Давай, маши крыльями. Вот это да, это молодец. Квадратный метр. Молодец. Квадратный гнездовой. Да. Да. Ну все, оставайся у нас жить. Там чуть-чуть, там чуть-чуть доигрываю. Это вот то, что легко срывалось. Ну, более-менее легко срывалось. Сейчас чай. Буду пить чай. Я 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 буду пить чай. Кто будет чай пить? Сразу подорвались. Я буду пить чай.
Дети нам ящики привезли. Это очень хорошо. И тазы, и банки. Пусенька от дождя прячется в теплице. Сорвала детям клубничку. Только две поспели, остальные такие розовые. Невкусно будет. Сейчас им разрежу, поделю. Я один раз всего сюда. Ну-ка. На, тебе. Тебе. Маме и Тиме. Маме и Тиме. Угу. Ну, папа, маме и Тиме. Кисло. Скажи, что кисленько. Пойду мужиков поснимаю, ладно? Ну как вам? Вкусно? Большое? Ну она растет там большая. Так, надо фантики убирать ее. Да? Со стола убирать? Давай. Такая кисленькая, да? Она кисленькая, это да? Резистор. Другое название. Сопротивление. Ощущение, что их как будто кто-то уже вынимал. Угу. Так, все. Начинают пайку всегда с самых маленьких деталей. Какие здесь самые маленькие? Самые мелкие, да, ты имеешь в виду? Самые мелкие. Резисторы, наверное. Все, Тима, двойку тебе сейчас дед поставит. Бш, иди и учи уроки. Конечно, резисторы, вон они, самые маленькие. Ну, что-то... бабуля молодец. Поэтому их сначала начнем впаивать. Жали. Тестинг. Сопротивление это. Вот, видишь, резистор 971. Запомнил? Может быть 1000. У них у всех есть небольшой разбег. Чуть-чуть больше, чуть меньше. Так, давай эту. Аккуратненько. Точно вставилась. Вот это вам не надо давить теперь. Можно узоры всякие делать, смотри. Как он называется? Снеговик. Вот так раз. И так раз. Получился снеговик. И так. Еще один снеговик. Можно цветочки делать. Это лук. Это получилось. Вы играете, да? С кисой? Ага. А во что играете? Наверное, в Чапаева, да? Ага. Давай в нее прям стреляй шашками. Нет, она хвост ее. Да? Ну ладно. Это такие рыбы. Ей, наверное, надо пузик почесать. Ну да. Вдруг она хочет. Она любитель. Как? А это она мыркает. Муркает. Как правильно сказать? Мурчит. Мурчит. Ты знаешь английский язык? Да. А ну-ка что-нибудь скажи. Как кот по-английски? Кэт. А как прыгать по-английски? Jump. Молодец. А как привет по-английски? Как это? Hello. Hello. Молодец. Ты не боишься? Точно? Так же, как на крышу, да? Да. На крышу очень. Что-то у тебя, по-моему, ноги дрожат. Это облако белое. Милка. Милка, она бодается. Все, Ксюшка повеселила. Коза ее реально прям подняла на рога. Ну как? Нет,
палочка желтенькая. Давай подержу. Спасибо. Поль, получается у тебя? Да, вот так у меня. А вы в курсе, что можно просто крутиться вот так? Палочкой. Нет, вот все, получилось. Ой. Давай, макай. Все. Нет, в тот магазин, да. А, там еще есть? Да. Пойдем. А вы не были ни разу? Нет. Опа, полетел. На, держи, только не разбей. Неси сама. У нас стояла одна антенна. Теперь три стоят. Когда успели сделать, непонятно. Такие мощные столбы. Так. Хлюп-хлюп-хлюп. Какой цвет у роз красивый. Издалека прям увидела. Очень интересный. Мы прогулялись в магазин и решили немножко кружочек сделать страусов. Обязательно надо посмотреть страусов. Это уже у нас фишка такая. Взяла грудинку и копченое мяско к обеду. Хотели сначала стряпать вареники с картошкой. Вам неохота возиться. Лучше будем ягоду собирать. А сейчас просто картошку отварим. Салат и копченое мясо. И пообедаем. Ну что, нету? Где-то они спрятались. А вон они. Павлины. У нас в огороде слышно их, как они кричат. У-у-у! Цесарки, павлинки ходят. Белые павлины есть. Вообще молодцы. Целый зоопарк. Мы чудо как успели дойти до дома, и пошел прям ливень сильный. Вот мы бы вымокли, да? Мы даже зонтики с собой не брали. Надо бежать в баню, подкладывать дров. А такой ливень, не пойду. Подожду. Какие у меня пончики получились. Я вчера взвела тесто на кефире. Чуть-чуть дрожжей, чуть-чуть разрыхлитель. И просто в холодильник поставила, с яйцами. В холодильник поставила на ночь, а утром вот давай пить. И утром сначала были не очень такие, вот они, видите, не очень поднялись. А вот сейчас уже все хорошо, отлично. Сейчас ливень был еще сильнее. Вообще даже ничего не было видно. А я в это время в бане мыла полы. Убиралась там. Вся промокла, два раза пробежалась туда-сюда. Насквозь. Сейчас поменьше уже стало. Ну хоть града нет, уже хорошо. Какие воздушные пончики. Не так показывается пышность. Вот так делаешь, и отсюда. Сейчас раз и не выпрямится. Нет, видишь, как раздавается. Угу. И получится пончик. Смотри, как красиво, вот так вот. Вы только посмотрите на это. Прекрасное тесто, воздушное. Воздушное. Мама. Наверное, лучше с косточками, да, делать компот. Это какая-то система. Если косточками, если варенье, то, конечно, лучше без косточек. Тяжело? Нет, она не должна быть. Там попадает. Не попадает. Ага. Она же вся разная. Есть продолговатая, есть сплющенная. Я думаю, из-за этого не центрирована. Некоторые все хорошо получается. Ну, я думаю, что от размера зависит. Может быть. Я думаю, они сами будут ссыпаться, или только вот так стоишь, да, и делаешь. Да, я тоже могу шлёп-шлёп. Наверное, так и должно быть, по идее. Наверное, если кучу туда насыпать, попробуй кучу насыпать. Так оно застревает. Mm-hmm. Я же сначала тоже кучу сделал.
Ну, ты знаешь, надо прям в серединку попадать. Черешня от того, что разного калибра, очень плохо срабатывает эта машинка. Оказывается, нет. Но мы с Машей в рукопашную разобрали эти яблоки. Косточки отдельно отделили. Нет, а я в ногу с прогрессом. Да. Ну вот работает она, знаешь, процентов на 80. Перепроверять. Ну каждую я перепроверяю. Вот запоминай, вот эта нотка до. Эта нотка до встречается несколько раз. Смотри, вот опять она. Видишь, вот она. Это опять нотка до. Это разные октавы. Вот это первая октава, вторая октава, это третья октава. Голочек. Да. Давай попробуем. Сейчас подумаю. Давай, подумай. В какую сторону она появится, в такую я и хочу. Вот эту. Давай. Как это называется карта? Туз. Молодец. Так, мама спит, значит бабуля ходит. 8. И тоже надо крыть. На эту. Дайте мне черви. У тебя есть черви? Нету. Ну там посмотри на рынке. Выигрываешь. Как ты переживаешь? Сильно? А как? Вот так? А что у тебя наизнанку-то все? А? Носки на земле, майка торчит, кофта наизнанку. Молодец. Зато в карты играет ребенок, да, Поля? В карту умею играть. Умеешь? Молодец. Вот это. Все, отдыхай. Славянки, да? Ну что, вперед с песней!